Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шхадаца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. В Таджикистане идут сокращения работающих пенсионеров. В прошлом 2015 году сокращением подверглись государственные служащие, на этот раз черед за медицинскими работниками. Официальные власти освобождают рабочие места для молодых кадров. Однако эксперты считают, что под ударом окажется вся отрасль здравоохранения. Тему продолжит Сафарбеки Халил. В начале февраля мэрия Душанбе распорядилась отправить на заслуженный отдых медицинских работников пенсионного возраста и привлечь на руководящие позиции молодых специалистов. В обществе разгорелась дискуссия, кто же займет место увольняемых врачей, получивших образование в престижных вузах СССР, в том числе и Таджикском государственном медицинском институте. Люди задались вопросом, зачем же увольнять врачей-профессионалов с огромным опытом и уникальными знаниями. К тому же рядом с настоящими врачами у молодых специалистов есть возможность получить бесценный опыт и нарастить навыки. Однако Бабакул Муминов, руководитель управления здравоохранения города Душанбе, уже рапортует о проделанной работе. До 1 апреля мы примем на работу молодых кандидатов, а 5 пенсионеров мы уже освободили от занимаемых должностей. Ситуация усугубляется тем, что пенсионеров заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию, а на самом деле по воле начальства, которое послушно исполняет волю вышестоящих чиновников. Сколько судеб, здоровья и даже жизни людей будут разрушены нынешними выпускниками коммерческой волны, которые придут на смену старшему поколению. Сухайло имеет медицинское образование, но своих детей при необходимости женщина отвозит к опытным врачам. Я всегда обращаюсь к докторам со стажем. У них большой опыт, и они квалифицированные. Могут поставить хороший диагноз и назначить лечение. Я не доверяю молодым докторам. Решение уволить врачей и пенсионеров очень жестокое по отношению к самым уязвимым слоям общества, говорит житель города Душанбе Давлат. Такое впечатление, что авторы таких решений понятия не имеют об условиях жизни наших стариков, подчеркивает мужчина. Конечно же, лучше обращаться к докторам в возрасте. У них есть определенный опыт работы. При обследовании и диагностике он может положиться на свой многолетний опыт. Кулун Додоев, медик с 45-летним стажем, отмечает, что сегодня, несмотря на великолепные условия труда и новые медицинские технологии, некоторые молодые ребята ленятся работать. Сейчас, по сравнению с советскими временами, намного легче работать. Тогда не было компьютеров. Сегодняшняя молодежь ленива. У них нет стремления к работе. Им лишь бы провести день. Раньше все стремились работать, не представляли, как им завтра делать отчет, если не работать. Зарплаты в медучреждениях невысокие. Сейчас молодых и амбициозных специалистов вряд ли заманишь в больнице за небольшую плату. К тому же их квалификация вызывает сомнения, поскольку из-за гражданской войны в Таджикистане в 90-е годы целое поколение молодых людей не сумело получить хорошее образование. Тем не менее, Хадича Азизова, выпускница Таджикского государственного мединститута, уверена, что среди выпускников вуза есть немало высокообразованных кадров. Сама Хадича также хорошо училась и любит выбранную профессию. Девушка знает русский и английский языки, хорошо разбираются в компьютерных программах. У нас были хорошие условия для учебы, были хорошие учителя, учебники, современная технология. Нас в группе было 12 человек. Все мы после окончания устроились на работу и теперь хорошо работаем. Власти утверждают, что молодые люди должны быть обеспечены работой, иначе они могут быть вовлечены в радикальные и экстремистские группировки.
Ростовке Шудмон Ахмедов, руководитель отдела анализа, управления и связи с общественностью Государственного медицинского университета Таджикистана, высоко оценивает нынешний уровень образованности выпускников своего вуза. Сегодня очень сильно чувствуется уровень и качество. К примеру, в 2005 году уровень качества образования отвечал на 25% международным стандартам. Сегодня эта цифра составляет свыше 40%. Это говорит о том, что уровень и качество образования студентов постоянно улучшаются. Люди не могут не видеть этого. Хорошо образованные молодые ребята закончили вуз и уже работают в различных медицинских учреждениях. Тем временем увольнения медработников продолжаются. По мнению экспертов, в Таджикистане есть отрасли, функционирование которых без специалистов-пенсионеров трудно представить. Их сокращение может негативно отразиться именно на ситуации в медицине. Большинство пенсионеров работают только потому, что прожить на получаемое пособие просто невозможно. Сегодня средняя пенсия по стране составляет чуть более 250 сомани, это около 30 долларов. В последний раз размеры пенсии в Таджикистане повышались в сентябре 2013 года. Репортаж подготовил Сафарбеки Халил. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44 640 10 11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадаца Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.